Уважаемые коллеги, вам сейчас предстоит закончить школу, и вам предстоит сделать один из самых важных в вашей жизни выборов. Выбор, куда пойти после школы, пойти ли учиться, а если пойти учиться, то по какому направлению. Надо прежде всего сказать, что, конечно, в нашей стране традиционно очень велик интерес к высшему образованию. Традиционно любая российская семья мечтает о том, чтобы их дети закончили вуз. И это на самом деле действительно очень здорово, это выгодно отличает нашу страну от многих западных стран. Но кроме того, у нас огромное количество вузов, в каждом вузе очень большое количество очень разных и очень популярных направлений. В последнее время у нас был в каком-то смысле переизбыток людей, которые шли на такие популярные специальности, как юридические, экономические специальности, и такие традиционные для нас и очень важные направления, как, естественно, научные специальности, технические специальности, физико-математические специальности, где мы традиционно являемся лидерами в мире, они были не сильно востребованы. В последнее время ситуация кардинально меняется, и государство, многие госкорпорации, и частные фирмы, и зарубежные фирмы очень активно ищут наших выпускников, готовы вкладываться и в образование, и в создание новых рабочих мест для выпускников, и готовы платить нашим специалистам очень неплохие деньги. Кроме того, сами эти направления, они очень интересны. Они действительно лежат, как правило, на стыке нескольких научных направлений. А еще самое главное, что то, чему вас здесь научат, это, скорее всего, будет действительно востребовано людьми. То есть это то, что вы не только придумали, но и то, что потом, через какое-то время, вы можете потрогать руками, и действительно люди от этого могут получить вполне конкретную пользу. Поверьте, это очень действительно интересно, это крайне полезно. И это действительно будет определять моду в нашем образовании в ближайшие десятилетия. Поэтому мы призываем вас пойти именно на естественно-научные направления, на естественно-научные специальности, технические, физико-математические специальности. Я думаю, что вы не пожалеете о своем выборе.